Дорогие друзья, продолжаем обзор. На следующей полочке у нас расположен Blue Dragon. Это наш голубой дракон. Всегда красавчик. Цветопередача немножечко хромает, конечно, потому что под разной лампой он от темно-голубого до фиолета. Вот я смотрю, вижу темно-голубой с фиолетовой окантовкой, а телефон показывает он более такой фиолетово-сиреневый, что ли. Ну, безумно красивый всегда. Вот если из наших сортов брать, это наподобие синей птицы. Они очень похожи, только розетки отличаются. Капризность одинаковая, что у синей птицы, что у Blue Dragon. Своеобразные сорта, но стоит его вырастить. Дальше у нас соната кольчуга. Люблю этот сорт. У него бывают простые цветы, а иногда он мне выдает вот такие махровые. Вот, вот цветы, видите, какие? Прям разрисованные весь. И эта розетка выдала у меня вот такие махровые еще цветы. Очень люблю этот сорт. Такой лилово-сиреневый. Такой красавчик. Здесь у нас розмарин, но уже цветает. Пора отдыхать. Шапка была большая, надо снимать все оставшиеся цветы. Это Катерина Пугачевой. Идеально ровная розетка, идеально ровные цветы. Прям вот придраться не к чему. Но если выбирать через Самадеус, самых сравнивать Морева и Катериной Пугачевой, то я почему-то предпочитаю Морева цветы. Они очень похожи, но они крупнее. Амадеус крупнее для меня. Вот. У Катерины слишком все идеально. Я люблю немножечко, когда в разные стороны все растрепывается, чтобы каждый цветок было видно, а не просто пена цветов. Но это на мой вкус, конечно. Здесь у меня зацвела новинка Нес Пепермин Смит Стик. Не сравнивала, не смотрела, как она должна цвести, не помню уже, конечно. Показывая темно-розовый, малиновый, так он более немножечко с сиреневым отливает. Немножечко поменял цветопередача. Ну, шапка с первого раза. То есть стартер сразу выдал шапку. Не могу сказать, чисто сортовую или нет, потому что не смотрела в интернете. Чуть позже это сделаю. Но для себя я обычно не приобретаю цветы, которые однотонные. Наверное, что-то в спорт пошло. Здесь на переднем плане любимица моя, Оптимара Монет. Вот такие красивые у нее листочки. Вот такая красивая мозаичная пестролистность. Она бывает убегает, но я так думаю, что когда... Вот видите, не хватает освещения немножко. Здесь полочка темноватая все-таки. Возможно, уже лампа давно горит. Да-да, как раз лампа старая. Это у нас стартер, буквально легкое первое цветение. Вот когда оно наступает второе, после снятия цветов, там просто листьев не видно. Всегда идеальная розетка. Просто сама выкладывать, неважно какое освещение. В жару может заплыть немножко. Ну, у меня прохладненько, поэтому цветы просто в восторге. Дальше, одна из новинок, это Electric Blue. Вот такой голубой, сиреневый, фиолетовый, оттенки разные, зеленушка, значит, будет очень долго цвести. Легкий сорт в том плане, что легко дает большое количество деток. Нарастает сначала розетка, и только потом идет цвести. Очень напоминает мне Пати Клауди. И силой роста как-то, и цветком. Может быть, что-то где-то кто-то в родителях. Не могу так сказать. Дальше там на отдыхе немножечко бутоны набирает. Это кто у нас? Сабина набирает бутоны. И говорит, только-только отцвел. Здесь бесконечно, уже третий месяц цветет принцесса Турандот. Никак отдыхать не хочет. Простые цветы, но рюшка меня лично покоряет. Обожаю такую рюшку. Сорт любимчик. Как можно его не любить? Вот так вот. Ну, конечно, звезда. Наша звезда Лилон Лила. НК Натальи Даниловой-Суворовой. Сейчас сфокусируемся. Любимчик, по-моему, у всех этот сорт.
цветение шикарное, заваливается немножко цветоносы, но не первое цветение, у меня как бы не первый раз у меня такие розетки цветут, поэтому всегда одинаково, по крайней мере в моих условиях у меня получается так. Но сорт любимчик, вот цветок огромный, ну сантиметров наверное 7,5-8. Вот такой большой. Букетное цветение. Очень красиво смотрится. Причем могу сразу сказать, что цветы практически все время стоят на чистой воде. Очень, крайне редко я удобряю. В минимальнейших дозах, потому что в противном случае портятся листочки. Очень сильно забивается серединка. Поэтому очень крайне редко я их удобряю. Только уже совсем-совсем, когда просят. Вот такие красавицы. Здесь у нас примостилась хираклифолия бегония. Вот такие кленовые листочки. Места она занимает много. Ее красиво очень подвешивает. Но листья поворачиваются к свету всегда. Недавно переставила сюда. Ей будет достаточно этой лампы. Рядом у нас примостилась ДС, райская птица. Все бегонии у меня на фитиле, практически все, потому что с поливом иначе не успеть. Бегонии прекрасно себя чувствуют на фитиле, поэтому можно не бояться. Единственное, что грунт нужно правильно составить. Здесь у нас Тедди. Немножечко свет падает по-другому. Ну, листы крупные, красивые. Дальше бегония. Пинкамелия. Она сейчас, конечно, не сильно цветет, потому что ей все-таки освещение натуральное, когда есть. Она ярче, более розовая становится. И пышные-пышные кусты. Это уже скоро будет тепло, пойдет жить на балкон. Калерии у меня сзади стоят, как я и говорила. Можно подвешивать, а можно ставить их и привязывать, чтобы они вверх росли. Здесь у нас, ну, подсветка мешает, кроссандра персиковая. Абутилон на отдыхе. И тут дальше у нас есть кроссандра оранжевая. Цветунья цветет практически круглый год. При искусственном освещении на окнах в любом месте цветет. То есть это цветок, которому уже лет, наверное, 13 этому кусту. Постоянно его режу, обрезаю. При естественном освещении там, конечно, цветы просто на каждой макушке. Поэтому, если вы хотите цветок, который будет вас радовать, поднимать вам настроение, как солнышко, это кроссандра. Вот здесь у нас зацвел. Не видно, наверное. Ага, вот так. Это у нас маншу. Калерия только-только зацветает. Бегонь еще одна. Название сорта утеряно. Не подписано. Кстати, бегонии такие тоже цветут. Вот бутон открывается. Красные листья. Единственное, что свет так попадает, что не очень понятно. Вот так. Вот так это смотрится. То есть на верхней полочке сделала такие приспособления, повесила лампу, и всем хватает света. Вот так издалека можно посмотреть на стеллаж. Это временное решение. Ну, пока так. Вот такие у меня красавцы. Цветут, радуют. Наслаждаюсь вместе с вами, потому что самой особо смотреть некогда. И да, здесь у нас притулилась это колумния. Вот такие цветы рыбки. Старбурску. Это тоже цветунья, она вся будет цвету. Чуть света больше, да, и она будет вся цвести. Ну и здесь у нас гинура. Обычная гинура, вот такая огромная висит. Тоже, кстати, живет на фитиле. Ей очень нравится. Вот так это выглядит. Ну, а эти коробочки, они сейчас пойдут вниз на хороший свет. Теплички в темноте держать нельзя, конечно. Вот детулечки зацветают калерии. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.
Пересылайте друзьям. Пока-пока.